Ну что, сынок, как тебе поездка с классом в Москву? Ну прикольно, Красная площадь, Москва-Сити, Майбахи, все дела. Как будто за границей побывали. Но главное, чтоб Ленин не перевернулся. Да. Ты посмотри на него, секреты у него от нас. Это, между прочим, он после Москвы стал себя так вести. Сейчас мы эти секреты и узнаем. Вперед! Трава уже подсохшая, готова к отправке. Тащи нож. Милый, я, конечно, помню, что мы не хотели эту тварь. Но тушить его точно не стоит. По крайней мере, в квартире. Ты че, угораешь? Я дверь хочу открыть. А, дверь! Тюда, сейчас принесу. Совсем уже. Все ножи в посудомойке. Была только вилка. Значит, у него будет только два пути. Здравия желаю, дистрофик Эскобара. Что происходит? По чернухе, значит, валишь, да? Да по какой чернухе? Рот закрой, я вопрос задал. Старичок, я не выкупаю, за что ты базаришь. Но раз не выкупаешь, попку раз. Или вилкой в глаз. В смысле? Без смысла.